Не молчи. Граждане Казахстана, сообщившие о коррупционных правонарушениях, находятся под защитой государства. Кроме того, каждому лицу обеспечивается анонимность. Эти меры принимаются с целью предотвращения коррупции в стране. Казахстанцам, которые сообщили о фактах коррупции, будет обеспечена не только конфиденциальность, но и вознаграждение со стороны государства, максимальная сумма которого 4000 месячных расчетных показателей. Коррупционные правонарушения несут угрозу для государства и общества в целом, говорят специалисты, для поощрения бдительных граждан, а также с целью установления нулевой терпимости к коррупции проводится ряд мероприятий. Противодействие данному негативному социальному явлению является не только первостепенной задачей антикоррупционной службы и может быть эффективно осуществлена только с помощью граждан, активных граждан. С марта 2023 года приняты дополнения и изменения в законодательство действующее, гарантирующие защиту прав лиц и обеспечивающие конфиденциальность данных лиц об оказанных им содействиях. Поправки направлены и на то, чтобы граждане, сообщившие о правонарушениях, не могли быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а также уволены с должности или назначены на другую должность. Теперь лица, которые оказывают содействие, их дальнейшая трудовая работа в данном коллективе, данное место работы будет решаться только с участием антикоррупционной службы. Привлечение к дисциплинарной ответственности или принятие каких-то решений о смене места работы возможно только с участием сотрудников антикоррупционной службы. Важно, чтобы граждане своевременно обращались в центры антикоррупционной службы и способствовали пресечению взятничества, ставшей проблемой нашего общества. Если вам известно о фактах коррупции, стоит обратиться в колл-центр антикоррупционной службы по телефону 1424, который работает круглосуточно. Алексей Сафонов, Яна Мумлева, Фатима Талейхан, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.